Покуда верный конь не спотыкается, пока в руки не дрогнул пистолет. Но почему так часто возвращаются ко мне воспоминания прежних лет? Еще благоволит к нам высший свет. Нам 45, и мы еще не стары. Но где друзья, иных на свете нет. И не с кем слушать песни под гитару. Все в этом мире призрачно и странно, и ничего не ясно впереди. Болят к ненастью пулевые шрамы и сабельная рана на груди. Мне часто видится в тумане зыбком под звуки утомительных речей, горячих губ печальная улыбка и след губной помады на плече. Моя душа разорвана на части, но в ней вы не найдете жажды мщения. Нет, я не стою вашего участия, но я надеюсь вымолить прощение. Покуда верный конь не спотыкается, пока в руке не дрогнул пистолет. Но почему так часто возвращаются ко мне воспоминания прежних лет? Но почему так часто возвращаются ко мне воспоминания прежних лет?